В России появилось крупное предприятие по переработке газа, каких у нас в стране давно не строилось. Участие в церемонии ввода завода аммония в Татарстане на полную проектную мощность принял президент. Происходило все накануне поздно вечером в режиме видеоконференции. Финансированием проекта занимался Внешэкономбанк. В 2008-м решение о запуске принимал лично Владимир Путин, который в то время возглавлял наблюдательный совет банка. Ход работ тщательно контролировали власти Татарстана. Хочу поздравить вас с успешным завершением первого этапа работы по пуску одного из очень востребованных крупных предприятий. Таких предприятий у нас не вводилось в строй с 1991 года по переработке природного газа с полным циклом. Безусловно, это востребованный проект, продукция которого будет использована и в строительстве, и в сельском хозяйстве, в других областях. Инвестиция приличная, 1,5 миллиарда долларов. Это абсолютно самый современный завод, экспортно ориентированный. И у нас на самом деле есть планы реализации второго такого проекта. И я уверен, что мы с этой задачей тоже справимся. В завершении рабочей поездки в Татарстан Владимир Путин посетил детский технопарк «Кванториум», недавно открывшийся в Набережных Челнах на базе IT-парка. Это первый подобный проект в республике. Как рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, который сопровождал президента, там созданы все условия для ускоренного развития детей, причем упор делается на науку и сферу высоких технологий. В разных секциях, или как их там называют, в «Квантумах», ребята проектируют карты, конструируют искусственные спутники Земли. Идея создания детских технопарков в России была одобрена в прошлом году наблюдательным советом агентства стратегических инициатив, который возглавляет Владимир Путин.